Ну, привет, и всего и только что я скачал вышедшую игру Super Mario Run от Nintendo. Не знаю, что это за игра, но я понял, что-то очень интересное, что много кто ждал. Окей. Так, что тут у нас? Позже это я не знаю. Понимаю. Ну что ж, все окей. Ну ладно. Тогда вот так вот сделаю, сокращенно вот. Окей. Ну что ж, посмотрим, что это за игра такая. Дорогой Майо, приходи на... Ясно. Ну, чё тут у нас? Старый добрый Майо. Ну ясно, это как день ясно. Ё-моё, тут все так прям автоматизировано, что ли, а? А еще моё автоматически прыгает через маленьких врагов. Это уж слишком казуально. Понятно. Как тогда прыгать? А вот ясно, все. Все ясно. Понятно. Как тут прыгнуть-то? Вот ясно. Ясно, понятно. Чем дольше ты касаешься экрана, тем выше прыгает. Ясно. Окей, грибочек. Так, что это нам дает? Коснись экрана во время скачка через врага, чтобы прыгнуть еще выше и показать классные трюки. Ясно, двойное комбо. Ой, блин. Если прыгнем, когда Майо касается воздуха с стороны, он прыгнет от нее, ясно? Фух, неплохо. Ну, это понятно, это потом, по ходу дела, разберусь, для чего они нужны. Супер Mario Run можно играть одну руку, ну понятно. Чем дольше ты будешь касаться экрана, тем выше ты будешь прыгать, понятно. Если коснуться экрана во время прыжка, ты будешь пируэт. Прыжки через маленьких врагов и препятствия выполняются автоматически. И все же мне кажется, что вы чутка оказывали игру. Точнее, не чутка, а слишком. Хотя бы слишком, это было бы, если бы он все сам делал. Типа, если, значит, соединишься с этим самым Nintendo, то какие-нибудь бонусы получишь, там, призы или еще что-то в этом духе.
Так, ну ладно. Давай, прогружайся. Во, отлично. Так, что это такое? Я вообще не знаю, кто это такой. Просто я вымою это рефералистически, когда-то играл давным-давно. Еще на Денди или на чем там было дело. Какой кошмар. Боузер похитил принцессу Пич. Кроме того, он разрушил замок, и все туады убежали. Что делать? Ясно, это типа у нас база. Боузер заточил Пич в свой замок. Спаси ее скорей. Ясно. Старт. Короче, так-то ты жанр Endless Run. Только с уровнями. Ой, блин, снова пропустил. Ой, блин. Вот так вот. Блин. Так, и что нам надо сделать? Так, блин, забываю, что здесь на автомате все работает. Короче, нужно привыкнуть к автоматическому управлению. Так. Вот билеты, с которыми ты можешь играть в ралли с тодами. Выигрывай ралли с тодами и верни тодов. Ну, короче. Я даже не знаю. Так, ясно, что за ралли. Ну ладно, ясно. Начнем. Ну что ж, памяти у меня смартфон на 13-14 хватит, это точно. Так, посмотрим. В ралли с тодами. Я определенно определю так. Ясно. Ран. Блин, что ты лагаешь-то, а? Блин, почему игра лагает, а? Хотя это первая версия, так что все ясно здесь. Ом.
Блин, нас уменьшили. Конец. Че, шестерых, что ли, тодов? Смог получить лишь там. Так, ну мы лидируем. Конец. О! Победа! Ну, короче, пока что из недостатков то, что она только что вышла, и поэтому слегка не оптимизирована. Поэтому присутствуют небольшие тормоза. Да ладно. Это проблемы временные, так что забьем на них. Ну и на этом пока что, я думаю, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока, еще увидимся.